И создайте себе позитивные убеждения. Во-первых, вот вы сначала сделали весь расчет, то есть вы посчитали, поставили конкретную себе задачу, что вы хотите получить. Дальше, то, чему я даю энергию, то происходит. Если я об этом думаю, то это возможно. То есть вы себе создаете определенное верование, что ты это можешь получить, что ты это можешь сделать. Значит, как сделать так, чтобы больше давать энергию? Ну, возьми, повесь себе на листок, напиши цель с такого по такое число, группа столько-то человек, товарооборот такой, доход такой, ранг такой. На листочек напиши и сделай таких листочков несколько. Вот где ты дома находишься чаще всего. Это может быть перед компьютером, это может быть на кухне, в туалете, там, в ванной, где зеркало, да, где угодно. Потому что чему ты будешь больше давать энергии, то будет происходить. Если у кого-то сейчас, скажем так, на меня, говорит, проблемы навалились, да? Это говорит о том, что ты проблемам даешь очень много значения. И прошлому много значения. Важно переконцентрироваться на свое будущее. Написать как можно больше листочков, потому что чем... Вот ты, допустим, идешь дома в течение дня... Увидел что-то, подумал. Увидел опять эту табличку, подумал. Вот чем чаще ты подумал, во-первых, ты не зацикливаешься с одной стороны, то есть ты не натягиваешь ситуацию. Ты просто допускаешь мысль. Раз допустил мысль, в течение 2, 3, 4, 5. А потом со временем ты смотришь, у тебя начинают вот эти вещи в жизни происходить. Поэтому, если вы хотите делать бизнес проще, сделайте вот такие напоминалочки себе. Дальше. Новый день, новый лист. То, что было вчера, не имеет значения сегодня. Что сегодня ты нарисуешь, то у тебя и будет, то у тебя и произойдет. Как только вот все расписали, смотри, сядь, сконцентрируйся, представь вот эту картину, что у тебя это произошло. Нарисуй эту картину. Если вчера у тебя что-то не получилось, это было вчера, вчера закончилось. Сегодня совершенно новый день. Сегодня все может быть по-другому, и фактически ты можешь получить все, что ты захочешь до вечера. Любой исход событий, вот во что ты веришь, вот все может произойти. Значит, новая команда, новый результат. Тысячи других людей это сделали, значит, это реально. Давайте посмотрим, вот в компании, 11 тысяч уже миллионеров, 11 тысяч с доходом 35 тысяч евро в неделю, более тысячи миллионеров. То есть эти люди, они уже это сделали. Значит, это реально. Когда сделал один, вот здесь сомнение, когда таких людей уже тысячи, значит, это реально для любого человека, это реально для тебя в том числе. Ну и пример, да, при старте, когда мы вдвоем стартовали, мы сделали 300 включений. Ну, естественно, не вдвоем, сначала начинали вдвоем, а потом, когда ты задаешь темп, начинает все обрастать. Значит, возьмем, что здесь вот на 13 человек, ну, фактически мы с вами поговорили, 8 человек могут сделать 65 за 2 недели легко играючи. Согласны? И, конечно, вот это убеждение, которое всегда по жизни лучше иметь. У меня все в жизни происходит легко и играючи, потому что то, как ты подумаешь, то так у тебя и будет в жизни происходить. Так, и домашнее задание. Значит, вот по поводу цели, то, что мы с вами сейчас говорили. Вопросы какие-то есть? Возьмите просто краски и нарисуйте себе новую жизнь. Потому что, чтобы что-то у вас начало происходить, необходимо взять вот чистый лист
и нарисовать на нем то, что ты хочешь получить. Завтра, через год, через 5 лет, стиль жизни, где ты живешь, как живешь, с кем живешь, там, куда путешествуешь, стиль жизни. И вот на эту вашу картинку к вам начнут магнититься люди. Значит, и давайте домашнее задание.